А у нас была вот такая духовность, и в этой сказке показано, в отличие от тлетворного Запада, у нас лучшее получает, мало того, что младший, так еще и дурак. Это шутка была. А это была шутка, потому что как же все-таки на самом деле обстоят дела раньше, до 13 лет, ну, там до 10, до 13, ну, да. В зависимости от роста, от ребенка, от его характера, был ребенок назван ненастоящим именем, чтобы живущие за чертой, ну, черти, другими словами, да, силы потусторонние, пока он беспомощный, не забрали его к себе во служение, да, чтобы он окреп, мог обеспечить свою семью, да, взять в жены красавицу и так далее, ему давали одно имя до настоящего уже имени, которое давалось на всю оставшуюся жизнь. Давали какие имена? Образованные от числительных. Это проще всего. Первак, третьяк, другак. А другак – это было имя следующее, другой, да, следующий. Другой, да, другак. Он последний. Это имя было самым популярным, получается, при именовании детей. И поэтому Иван всего лишь младший сын, он другак, да, он дурак впоследствии из-за языковых изменений, да, мы изменили первый слог. Получается, что Иван дурак. Не дурак в современном значении этого слова, он просто был младший, да, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Ему еще не было даже 14 лет другак, но так как ему дали Иван, то от 14 лет, получается, прошло не так много времени. Он еще не совсем окреп, да? Он по возрасту был круто, моложе. Круто, круто. Да. Так вот. Что, дорогие друзья, если вас назовут дураком, это значит просто другой. Это или просто следующий. Или автобусная остановка на турецком языке.